Уже в этом месяце вы сможете посмотреть 8-серийный сериал под названием «Разочарованные». В нем главные роли сыграли Эрика Булатая, Елизавета Шакира, София Гершевич, Дмитрий Яндальцев. Судьба сводит веру, надежду и любовь на тематической вечеринке. Данная случайная встреча станет началом дружбы, которая заставит их посмотреть на свои жизни с новой, неизведанной стороны. Вера не верит мужчин, потому что главный мужчина ее жизни изменял ей. Теперь она меняет партнеров, избегая серьезных отношений. Надежда надеется на спасение изживших себя отношений со своим будущим супругом, однако знакомство с красавцем-норвежцем еще больше усиливает душевные метания Нади. Любовь любит, красиво пылко, но всегда безответно. И вот опять она влюбляется в женатого и решает бороться за него, испытывая при этом глубочайшее чувство вины и одиночества.